Если вы не знаете, что такое трэш, то сейчас вы его увидите. Просто прикол в том, что ты как бы меньше меня по уровню, но у тебя появилась очень быстро скоростная лошадь, и ты быстрее меня на любой из моих лошадей. Как страшно. Тебе понравилось? А чем мне это дало, то, что я в гонке выиграла? Ну, опыта и монеток. Ой, какая лошадь, она за деньги. Она за донат, да? Я вообще не понимаю, откуда он у меня. У меня донат. О! Тут что-то за него можно купить. Подковы там. Во, вольтрап хочу. Уздечку можно зеленую купить. Вольтрап хочу. А, зимний. А что это за денежку за 99 рублей? Что это за веревка такая? За лассо? Вечное лассо? Не знаю, честно. Перфект лассо. Наверное, с первого нажатия можно лошадей ловить. Блин, так. Я бы хотела вот купить краску. Переход от черного к соловому. Я бы покрасила гриву и хвост фьорда. Я бы гриву поменяла беленькому. Беленького нельзя выкидывать, его можно это сделать красиво. Че тут, где тут еще магазин? А тут больше ничего, по-моему, нет. Ну, магазинов я имею в виду. Лошадей искать. А тут такие же лошади, по-моему, как и у нас бегают. Помнишь Спирит, когда зима была? Mm-hmm. Глянь. О. Кукуруза, кстати. О. А ты сорвала? Нет, я специально тебе оставила. О, денежка. А где? Шестерка. Ну, такой синий. Не-не-не, мы с него не окупимся. Аполлуза. Не, мы с любой лошади окупимся. Аполлуза восьмерка. Вот ее уже можно ловить. Я потеряла. Катя, 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 Катя! Катя, тут это лошадь дня Святого Патрика. 33, блин. Блин, Дашка, давай ловите его. Даш, я так хочу. Мне не надо, но тебе надо. Я... А что, по-моему? Я помогаю. Блин, а я смогу сейчас скрафтить лассо получше? Лассо. Блин, нет, у меня веревки нет. Ай, нету. Блядь. Ты куда ж ты, глупыш? Иди на пастбище. Мне надо попробовать скрафтить лассо получше. Может быть, оно действительно больше дает. Так, подожди. Стоп, гоним его оттуда. Мы сначала его поймаем. Потом будем красть. 23. Не-не-не. Я его оттуда гоню. Мне потому что пишет Граша и Сестрой. Ура! Ура! Еще одна лошадка, 16. Это Спирит! Спирит! Ладно, как раз всех и продадим. Наберем тут и продадим. Мне надо будет тоже какую-нибудь лошадку поймать, чисто да. Чтобы избавиться от плохого этого лассо. Мне нравится, что тут никого нет просто. У нас на самом деле нам повезло, по-моему, сервак сам по себе не очень заполненный. Да как его поймать-то, господи. Вот был бы Red Dead. Почему не получается? Я на него жму. Не знаю. Ей! О, 36! О! Щекос! Шикарно! Что-то мне очень нравится эта игра. Это ты к тому, Даша, я не хочу одна, пошли донатить, да? Да я сейчас донатить не буду денег. Ой-ой-ой-ой! Ну да, я подонатила. Это, по-моему, осталась единственная игра, куда можно донатить. А я не знаю, можно ли, тут все в долларах тоже. Ну, мне кажется, можем посмотреть прически какие-нибудь. Нет, понимаешь, эти шиллинги — это игровая валюта именно этой карты. Катя, это что за темная лошадь? Где? А, это тоже гнедой. Да ладно, пойдем уже. Да ща. Не-не. 4, да ну. Разря возвращал. Так, let's sail. Поехали, у тебя будет припадок сердца. Поехали на голову лошадь. Вот это глюк сейчас был. Давай шажочком, давай спокойнее.
Саша, нам еще Майнкрафт с тобой скачать надо. Ты неправильный Майнкрафт скачать. Я тебе скажу, какой Майнкрафт скачать, чтобы вместе всеми играть, когда это выйдет. Слева находится бочка. Справа находятся конкурные загончики. Да, пошли поиграем. Сейчас, дай мне... Дай мне амуницию одеть. Я что этот, как его? А где он? А, вот он, Вольтрап-то. Блин, мне тоже надо. Сейчас. 3, 2. Я успел? А, не, я не успел, у меня отдельная. Как классно. Мы нашли просто замену ССО, когда ее нельзя оплачивать. Даже мне так нравится. Мне кажется, мы просто устали с тобой. От ССО? Или от чего? Угу. Ну да. Пойдем дальше смотреть. Тут очень много скачек, но нам же нужно вначале все изучить. Я не знаю, что здесь, но это типа этот конюх. Но мне кажется, конь. Здесь ничего нельзя сделать. Я не понимаю просто. Ну, да. Это чисто конь. Для ролок. А, нет. А, да. А зачем мне лопата? Мне надо будет изменить своего персонажа все-таки. Ой, а там что, можно покупать что-то? Ну, я не знаю, если честно. Ну, блин, Даш, да, что ты? Привяжи коня. Ой, ой, извините. Мы не на том дереве. А как его? Я как собаку его привяжу. На Е. А, все, я слишком далеко была. Даша! Купить можно. А как его одеть? А, во! Не, не во. А я не пойму, а как его купить-то? Вот. Мне а, все, а чё это у меня как-то, даже глянь на меня. Секунду. А чё так стрёмно смотрится, я не поняла. Хлыст! Боже мой, хлыст! А, типа он на нас, но я его не вижу из-за шапки, так что ли получается? Да, но на моей башке он отвратительно смотрится, зато я хлыст взяла. А почему он так это, корячий, такая это... You must join to group. Я не успела. Даша, это валюта, ё-моё. Ой, глянь, я. Да ты меня пугаешь, бля. You can wear this free here. Would you like to wear in the other games? Ну, допустим, окей, наверное, или что? Нет, не хочу. Я не понимаю, что с моей головой и с шлемом этим. Ну, допустим, English pets, pints, по-моему. Окей. А, ну все за валюту, да. Даша, а я не знаю. Блин. Даша, надо будет, блин. Я не знаю. Это ужасно. Я не понимаю. А как он его... Даша, как это снять? Не знаю. Как это снять, да? А, подожди, стой. А почему на девочке нормально? Шлем. На ней волос, по-моему, никаких нет. Я не знаю, как это снять. Я без понятия. Это, наверное, надо в личных настройках этого персонажа делать. Наверное. Я не знаю. Короче, поехали дальше. Это еще не все. Я как ловушка. А я как булдибилдер лох. Ну, смотри, у меня. И ничего нормально. Ты посмотри, у меня как будто залысина. Черная залысина. Волосы так и прут. Блин. А, да, кстати, тут же есть... Ой, это кто? Это какой-то NPC? Какая лошадь! А, нет, ты не поняла, Кать, видишь там, где скорость наша? Там внизу есть рычажочек Wild Mode. Ага. Wild Mode? Подожди. Ага. Вот.
Первый театр. Если на месте стоишь и нажимаешь на пробел, Даша, то будешь... смотри, там манеж. А, там не... Во-первых, смотри, у тебя две скаковые трассы. Конюшня. Это не конюшня, пойдем, я тебе нормальную конюшню покажу. Пойдем, пойдем, пойдем. Это летний. Пойдем, пойдем. Кать, ты не в, ты не в ту конюшню заходишь. Вот конюшня, вот это конюшня. Вот это конюшня. Это здесь классно. Вот, девки, смотри, давай зададим им вопрос, как вы, блин, это самое. Вон девочка с длинными волосами, и ничего, шлем у нее не проваливается. Ну, я не знаю. Мне кажется, она купила, поэтому он не проваливается. Блин, вы позволите мне перезайти, и я переделаю немножко своего персонажа, можно, да? Можно, я тоже. Ну, давай ливнем. Лив. А, короче, у меня магазин в Роблоксе перестал работать, потому что у меня был включен VPN. Нет. А сейчас, видимо, все как-то подчинилось, и все нормально работает. Вот такая нарезочка получилась наших мартовских приключений с Каролиной на таком лошадином сервере из Роблокса. Я надеюсь, он вам понравился. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий, а также подписаться на мои социальные сети. А я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать их морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео.